Новгороде торжественно открыли Чкаловскую лестницу после долгой реконструкции. В течение 2 лет она была частично закрыта для посетителей из-за обрушения в 2019 году. Теперь самая высокая лестница в России восстановлена и получила динамическую подсветку. Церемонию открытия провели Сергей Кириенко и губернатор Глеб Никитин. Перед гостями мероприятия также выступил симфонический оркестр Мариинского театра. Сердце,